Проповедь 142. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Псалом 91, 15 стих. Есть деревья, обещающие принести чрезвычайно большой урожай. Но так как на них не завязались плоды – то они не оправдывают надежд. А те, которые посадил Бог, которым Он дает зеленеть и цвести, те приносят много плодов до глубокой старости. Они остаются плодоносными не только в юные годы и в зрелом возрасте. Нет, они приносят плоды и в преклонном возрасте, когда их дни сочтены. Когда на других деревьях только распускаются листья, их плоды уже спелые и сочные. Когда другие вянут, они созревают. Они будут приносить плоды и в старости, когда обычно уже не ожидают много плодов, когда сдают физические и духовные силы, когда не хватает силы для выполнения планов и намерений. Обещание что они будут приносить плоды в старости, не только радостное обещание, но и отрадный факт. Какие изысканные плоды приносят некоторые старые люди? И вообще, разве самые лучшие плоды не у старых детей Божьих? Молодой проповедник может с легкостью проповедовать истины Евангелия, но если ты хочешь познать и вдохнуть благость, помазание, благоухание Слова Божьего, тогда послушай проповедника, который говорит на основании большого глубокого опыта. Есть что-то неописуемо красивое в христианине, дожившем до седых волос на служении своему Господу. Если ты хочешь лучше проникнуть в действительную глубину, в истины, жизнь и силу христианства, тогда обращайся не к молодым, неопытным свидетелям, а к таким, которые приносят плоды в глубокой старости. Они могут лучше говорить на основании своего богатого сердечного опыта. Они любят своего Господа и радуются Ему. Они преисполнены любви, благости, кротости. Преисполнены настоящей силы, не силы плоти, а силы духа. Им доставляет радость учить молодых и ободрять их на пути Господнем. О, какое удовольствие видеть старого человека таким цветущим.